Мастер спорта по велогонкам Александр Чернолузский в составе профессиональной команды «Катюша» представлял Россию на международных соревнованиях. Мечта любого велогонщика. Теперь Александр передает опыт и знания юным велосипедистам. Секция велоспорта в Цибанабалке работает уже 10 лет. Александр и сам начинал здесь свою спортивную карьеру. Ребята приходят заниматься с желанием повторить успехи своего тренера. Ребята приходят с удовольствием. Правда, велосипедов порой не хватает. Так приходят с удовольствием, занимаются, стараются выполнять. Что-то, конечно, не получается, потому что вид спорта тяжелый. Но через тяжести как бы и рождается победа. Из 30 ребят, которые занимаются в секции, многие уже могут похвастаться, пусть и маленькими, но достижениями. 8 ребят выполнили первый юношеский разряд, а двое – третий взрослый. Владимир Зыско учится в 5 классе, но уже поставил себе высокую планку – стать чемпионом России. Велоспорт мне нравится. Я раньше ходил на дзюдо, потом передумал. У нас тут соревнования были за это между школами. Я занял 2-е место. По словам тренера, Анапа идеально подходит для развития велоспорта. Здесь подходящие погодные условия, рельеф и качество дорог. Администрация курорта и Управление по физической культуре и спорту обещают всячески помогать юным спортсменам, чтобы в будущем они могли представлять наш город на российской и международной арене.